Дорогие друзья, всем огромный привет! Сегодня я в магазине «Калинка», который находится по адресу проспект Мира, 32, город Солигорск, Республика Беларусь. Кому интересно, присоединяйтесь. Приятного всем просмотра! Покажу вам немножко детские изделия. Так, вот такой джемпер для девочки зеленого цвета снизу. Есть шнур, можно отрегулировать снизу ширину. Рукавчик реглан. Это размер 122-60. Стоит этот джемпер 46 рублей 80 копеек. Рукавчик заканчивается манжетой ребана. И есть такой же джемпер бирюзового цвета. Вот это 128-64. Состав. Хлопок 95%, а лайкра 5%. А вот эта белая вставка, где есть печатный рисунок, это хлопок 80%, а полиэстер 20%. И я нашла самый максимальный размер в этом магазине. Это 140-68. Может быть, кому-то понравилась эта модель, поэтому говорю вам максимальный размер. Туника для девочки. Воротничок застегивается на кнопку. Стоит она 50 рублей 40 копеек. Спинка прямая. Рукав заканчивается манжетой из ребаны. И еще одна туника. Это размер 122-60. Ее стоимость 39 рублей 60 копеек. В составе этой туники полиэстер 56%, хлопок 40% и спандекс 4%. В магазине есть леггинсы для девочки. Их стоимость 28 рублей 80 копеек. Их можно купить как отдельно, так и сделать комплект к той тунике, которую я вам только что показывала. Платье для девочки серого цвета. Это размер я вам показываю 116-60. Стоит это платье 37 рублей 95 копеек. Состав хлопок 70%, полиэстер 30%. Джемпер для девочки комбинированный черно-молочного цвета. Стоит этот джемпер 54 рубля. Я вам показываю размер 134-64. Состав ткани, из которой пошит этот джемпер, хлопка 96%, а эластана 4%. Блузка для девочки кремового цвета. Это размер 164-84. Обратите внимание, на манжете есть петля для большого пальца. Накладные карманы. Эта блузка стоит 63 белорусских рубля. В составе вискоза 50, полиэстер 25, П20 и спандекс 5%. Анорак для мальчика черного цвета с капюшоном. Капюшон на подкладке. Стоит этот анорак 79 рублей 20 копеек. Я показываю вам размер 76 на рост 152. Джемпер женский молочного цвета. Стоит этот джемпер 87 рублей 42 копейки. Размер я вам показываю 164-96. В состав этого джемпера вискозы 50%, полиэстер 25, ПА 20 и спандекс 5%. Жакет женский, цвет серый меланж. Жакет на подкладке. Его стоимость 204 рубля 60 копеек. Ткань, из которой пошит этот жакет,
Полиэстер 100%. Максимальный размер, который я смогла найти, это 170-112 на обхват бедер 118. Брюки женские темно-синего цвета. Их стоимость 120 рублей 90 копеек. На задней половинке есть карман в рамку. Посмотрите, как подогнана полоска на боковом шве. А сейчас я попросила девушку. Она примеряет на рост 170, размер груди 88 и бедра 94. Блузка из хлопка, на спинке принт и на полочке снизу тоже принт. Это блузка, размер, рост 170, обхват груди 84, бедра 90. Стоит эта блузка 93 белорусских рубля. Спинка в этой блузке немного длиннее, чем полочка. И еще одна белая блузка, рост 170, обхват груди 84, бедра 90. Ее стоимость 98 рублей 58 копеек. Это блузка из хлопка. Сарафан женский. Мы не стали менять блузку к этому сарафану. Просто показываю вам модель сарафана. Стоит этот сарафан 119 рублей. В его составе полиэстер 74, вискозы 24 и спандекса 2%. Стоит он 119 рублей. Дорогие мои девочки, я понимаю, что, конечно, сейчас осень, и, возможно, вам было интереснее посмотреть модели верхней одежды, куртки, пальто. Но, к сожалению, в магазине я не нашла никаких новых моделей. В основном старые модели с прошлого года, и то не все размеры. Поэтому показываю вот вам блузки и какие-то брюки. Словом, то, что я смотрела в магазине. Юбка на подкладке. Ее стоимость 55 рублей 80 копеек. Сзади потайная молния. Есть фирменный знак «Калинки». Ткань, из которой пошита эта юбка, полиэстер 65, вискоза 32 и эластан 3%. Куртка для мальчика на пуговицах 70 рублей 95 копеек. Брюки для мальчиков из хлопка. Их стоимость 62 рубля 70 копеек. По линии талии втянута дополнительно резинка на поясе и глубокие прорезные карманы с клапаном. В магазине есть вот такие полупальто женские, утепленные. В прошлый раз я вам их показывала. Их стоимость 217 рублей 62 копейки. Максимальный размер, если кого-то вдруг заинтересовало, 108. Девочки, ко мне приходила моя знакомая, она тоже ищет куртку. Она примерила две модели. Мы вам покажем. Прошу вас, будьте очень корректны в комментариях по отношению к ней. Заранее вас всех благодарю.
И так она примеряла вот такой жилет женский 112 размера. Он стоит 96 рублей 72 копейки. Она примеряла на толстую байку. Померила она еще вот такое полупальто. Его стоимость 195 рублей 30 копеек. Что удивительно, это размер этого полупальто. Рост 170, обхват груди 104, бедра 110. Она прекрасно вошла в него. Наверное, из-за того, что вот покрой рукава такой. Хотя человек носит размер гораздо больший. Куртка женская утепленная. На размер рост 170, грудь 112, бедра 118. 223 рубля 20 копеек. Итак, дорогие мои, я вам показала небольшим обзором то, что есть в магазине «Калинка». Надеюсь, еще не совсем холодно, и предприятие нас порадует новинками, которые я вам обязательно покажу. Ну, а теперь я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы нашли время и посмотрели мое видео. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и увидимся вновь. Пока-пока!